поставлю, буду чайник. Там сейчас до такой степени обстрелы идут. Дома сидишь в подвале и не знаешь, куда сейчас прилетит мина. Тебе в дом или по соседству соседа? Да страшно, ну а что сделаешь? Вони ночью бахкают и днем, и ночью. Супчик, на огне вот тут, как говорится, вы говорите, зажечь огонь. На огне я слепечусь, но я нормально выпью этот кипяточек, свой собственный нормально. А там где? Дайте, пожалуйста. Нищий идти, нищенка просить. Проработала всю жизнь и идти в нищету. То нищета. Я не считаю, что люди вот уезжают. Да, молодежь уедет, они еще могут там что-то себе найти. А мы в своих годах что найдем? Подработку. Там за то заплатить, там за 3000 пенсия. Можно там оплатить? Нормальную квартиру, ну. Жена заболела 2 года. Значит, сказали, газа не дадут. Раз газа не дадут, значит, отопления не будет. Отопления вообще уже 2 месяца нету. Вот, вот сплю так, надеваю вот эту, где она у меня, куртку, 3 одеяла, вот так. Сплю. Ну, это не жизнь, это издевательство. Я не знаю, как, кто придумал вот это все издевательство. Его черпотовать мало, его наказать надо так, чтобы он сам прочувствовал это все. За последнее, за свободу, за нашу. И чтобы Вовка Путин, ну что, хоть от поноса хоть бы пускай умер, или дизентерия, если там правильно. Больше ничего я не могу сказать. Все, а что тут еще сказать?